Всегда приятно порадовать себя чем-то сладким, особенно в Новый год. Сегодня мы с девочками в компании профессионала Анастасии Молоковой попробуем расписать шоколадный домик и проверим свои творческие способности. Значит, первым делом мы начинаем с того, что мы подготовим рабочее место. Синтетические кисточки, пищевые красители и также какао в таких баночках. По сухому будем расписывать, тонировать наши домики, создавать такой своеобразный эффект застаривания. Хранятся эти изделия до полугода, если там нет орешков либо каких-то ягод. Спокойно полгода в упаковке при комнатной температуре. А что у нас вообще здесь внутри? Что там? Это только шоколад? Ну, в конце я покажу. То есть изюминка у этого дома, его можно сделать не просто фигуркой. Дальше мы берем краситель. Начнем, пожалуй, с крыши. Какого она будет цвета? Коричневый с белым берем. И стараемся на снежок не попадать. Нет. Веселые игрушки вновь перевернули дом. Вы вообще верите в новогоднее чудо? Конечно. Какого? Я верю вообще во все чудеса, если человек сам настроен на это, если он, ну как сказать, верит во все хорошее, то обязательно случится. Окрашиваем теперь окошки. Вот между, получается, как они называются, между решеткой черным цветом. Ты что, решетки раскрашиваешь? Не-не-не, наоборот, наоборот. Между. Ну, ничего страшного. Я делала тюрьму из домика. Талант. Возьмите ее к себе новогодним эльфом. Эльфом, да. Да. Ты новогоднее чудо, понимаешь? Ты новогоднее чудо. Мы нашли, сегодня мы в программе нашли новогоднее чудо. Это Софочка. Это настолько красиво, это настолько прям детально, как будто это настоящая елочная игрушка. Как вот вы такого добиваетесь? Это какая-то форма, в которой заливается, или как вот это происходит? Должна быть усидчивость определенная. То есть многие мне говорят, что для них очень тяжело было бы сидеть столько времени. Ну, конечно, это очень детальная работа. Все готово? Все готово. Очень красиво. В четыре руки-то, да. Да. Давай вообще поможем Софу. Нет, я пью. Я закончила. Теперь мы можем взять домик, нагреть его с помощью горячей тарелки сухой. Мы подогреваем, чтобы у нас приклеился домик к основанию. Вот он ждает, я вижу. Всё. И переходим, наверное, к вот этой вот интриге, которую мы так ждали. Сюда мы можем засыпать конфетки любые. Все, приклеиваем домик к основанию. Итак, домик у нас теперь застывает, и потом мы можем его упаковывать. Вот такая красота. Получилось так здорово, что даже есть жалко. В канун Нового года нужно обязательно устраивать себе такие развлечения и позволять кушать сладости, чтобы почувствовать новогоднюю атмосферу и чудо. А я вот сейчас себе позволю